Приветствуем вас, дорогие наши подписчики и случайные зрители. Перед просмотром просьба поставить лайк к этому видео и, если не сложно, оставьте хоть какой-нибудь комментарий. Популярная бразильская певица Марилия Менденса погибла при крушении небольшого самолета в штате Минас-Жерайс. Об этом сообщает телеканал Глоба. Как сообщили спасатели, самолет упал в сельской местности. Всего погибли 5 человек. Сама 26-летняя Менденса, ее дядя, продюсер и два пилота –